Привет, мой друг, ты тут не лишний, ты на канале Елика Вишни, и сегодня мы поиграем в игру. Ну, блин, за Фейсбуком ничего не видно. Что-то там лаги, Сити, Исланд, Сим. В общем, это типа того же Томпсона, только немного похуже, потому что, ну, какой-то она не очень. То есть Томпсон лучшая игра даже. Хоть тут и можно строить новые дома, но все равно мне даже Томпсон больше понравился, чем это. В том смысле, я еще буду играть, естественно, просто решил вот показать еще одну игру. Если вы хотите, я буду продолжать в эту игру играть, если нет, то на нет и суда нет. Вот. Музыка такая интересная. Проблема в этой игре в том, что я не очень разобрался, как тут что-либо делать. И оно как бы, ну какая-то, она вроде бы классная, да, Удри, а вроде бы, ну никакая. Хотя что значит глаза? Мне просто интересно. А, тут что-то... А, тут вот как все хитро. Так, давайте построим что-нибудь уже. Или что, нельзя? Давайте построим большой дом. За 10 кристалликов. Так. Эта игра какая-то интересная, но, блин, она какая-то более простяцкая. То есть, ну, в этом есть свои плюсы даже. Давайте я поставим вот так вот. Лично мне нравится. Всем не угодишь, как говорится. Так, построим коммерческие здания. Мы можем построить? Да, давайте построим пекарни, потому что если у нас уже есть хотя бы один человек, то он должен кушать. Без еды тут никак. Да. Так, дальше. Так, там какие-то смайлики. Так, понятно. Понятно. Все классно. Так. Общественные здания. Ага, недоступны. Что такое? Ой, зря сюда зашел. Украшения нам доступны также. Так, ну украшения нам вряд ли сейчас пригодятся. Нам скорее нужны дома и общественные здания. Давайте посмотрим вот такой вот красивый дом. Потому что мне кажется, он действительно симпатичный. И выглядит элитно как-то, не знаю, что ли. Ой. Смотрите, а мы еще можем какие-то порты построить, потому что он на море распространяется, эта ерунда. Вон, видите, эти клеточки. Прикольно. Так, дорога. Мы должны проложить дорогу. А как? Я не понял, что это. Вот так вот. Пока что вот так вот будет только дорога. Вот так, небольшая такая, скромненькая. Ну, нам этой пока что хватит, да. Почему оно не строится? Что тут такое? Оно строится просто так долго. Или что, я не понял. Да, строится, а это... Оно все строится просто долго, друзья мои, да. Давайте построим еще коммерческое здание, например... Киоск. Киоск тоже нужная вещь, как мне кажется. Что-то большой очень киоск. Вам так не кажется, то, что киоск вроде бы маленькая вещь, по сути, должна быть. Но ладно. Раз создатели игры представляют себе киоск как нечто большое. А может быть, это какой-то большой киоск, где продается очень много всяких журналов. Лично у меня киоски ассоциируются с какими-то журналами, там, табачными изделиями. То есть, я ни на что не намекаю. О, у нас построено первое здание. Я просто говорю о том, что киоски, они маленькие, и в них продаются какие-то мелочи. И журналы, вот. Но, не знаю, не буду разрушать политику создателя. Раз так, то так, пожалуйста. Так, нас поздравляют, вроде бы деньги не уходят. Я как-то не слежу сейчас за деньгами. Я вот такой вот могу позволить себе не следить за деньгами, уходят ли они или нет. Так, мы ничего построить больше пока что не можем. Как бы так построить, чтобы и дорогу не перегородить? Наверное, вот так, просто офигенной политики. Так. Ничего не видно, вообще ничего не видно. Так, погоди, мне надо дорогу проложить. Ой. Нет, так дела не пойдут сейчас. Что за... Почему ты не ставишься больше? А, что за хрень? Что? А, нам надо украшения теперь вонючие ставить. Давайте построим с вами какой-нибудь... Парк вот этот небольшой, такой симпатичненький парк.
О, смотрите, он умещается как раз-таки. Будет рядом с киоском такой симпатичный парк. А теперь давайте построим с вами еще вот такую дорогу. Так, как бы мне там-то еще проделать дорогу? Я ничего не вижу. С этим огроменным зданием. Что это за политик? Построим. Давайте еще один домик. В нашем городе элитно жить. О, построим тут по соседству рядышком прямо. Всем будет хорошо. Надеюсь, соседи не будут вылупаться, то что, блин. Что, какие-то коды? Нет, социальные сети, они будут там еще. Обучение типа пройдено или что, я не понимаю. А, денежки берем. Ух ты, тут даже денежки дают нам. Так, давайте проложим еще дорогу, потому что люди должны как-то объезжать еще все вокруг. Вот так пока что. И давайте, блин, мы уже так много построили, мы молодцы просто. О, чувак такой, мы его ограбили, он такой, ура. Что тут не так? Бриллиант. У нас что, бриллианты кончились, что ли? Полно бриллиантов. Ну так давай все, что. Что не так? Ну да, да блин, меня интересует этот мужик. Что с этим домом? Ускоримся за алмазы. А, это тоже было типа такое задание. Ничего, ладно. Ускоримся за алмазы. Может, мы можем что-то новенькое теперь построить? Да, мы можем построить новый дом. Мне интересно, вот это вот, скорее всего. Да, банк. А тут почтовое отделение пока что только. Давайте почтовое отделение хотя бы поставим. Так, спасибо вам, спасибо, как говорится. Ой, так дела не пойдут. Вот я не понимаю, тут единственное, что не очень удобно, если ты один раз дорожку не так построил, то все, теперь заново тебе ее делать. Может быть, я просто что-то не знаю об этой игре и неправильно делаю, но пока что это так, мне кажется. Если что-то я путаю, то вы мне, пожалуйста, скажите. Обязательно школа, а то что у нас будут недоучки какие-то или лузеры для страны моей не нужны для моего города. Мой город без того очень маленький и не очень прибыльный. Мы сшибаем деньги только такие, тачка. Мы собираем деньги, и они радуются, и хорошо. Так. Денежки, 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 это всегда здорово. Давайте проложим опять же дорожку. Дорога тут обязательно нужна, чтобы... А то как... Представляете, бедные... Блин, опять вот. Бедные дети, представьте, они... Как же они будут и добираться до школы? Бедные дети. Бедные, очень бедные. Но, если честно, без образования никак, да. Хотя, если честно, я сам тоже недолюбливаю школу. Естественно, хотелось бы лучше бы поспать и прочее, но, друзья, нельзя быть лузерами и сидеть всю жизнь на шее у своих близких и родных. Вы должны приносить пользу этому миру. Нет, вот это вот мы, пожалуй, берем. Блин, опять нельзя. Давайте пока что так построим, потому что, может быть, я сюда втискну еще здание. Втисну, так говорится. Так. Ой, друзья, давайте пока что на этом закончим, потому что, знаете, пусть выпуск коротенький, но, по крайней мере, я должен знать, понравилась ли вам игра. Подписываемся, ставим лайки, переходим по ссылочкам вниз. Жду вас еще в этой игре. Мне игра понравилась, наверное, мы продолжим все-таки. Всем до новых встреч, всем пока.